С этого года новые законы будут публиковать не только в официальных изданиях, но и в интернете, в едином банке правовых актов. Об этом рассказали сегодня на коллегии Министерства юстиции. В ней принял участие исполняющий обязанности президента премьер-министр Эльдар Халиков. Федеральный парламент принимает множество законов, которые требуют изменений республиканских. Поэтому взаимодействие Минюста с другими ведомствами нужно усилить. Важно просвещать людей. Начали с сельских учеников. Для них проводят занятия в школе права. В 2011 году достаточно активная была работа по оказанию бесплатной юридической помощи. Благодаря поддержке президента Республики Татарстан были созданы необходимые условия для разъездного характера работы. Это уже не только как министерство, но и как общественные организации, которые у нас в республике есть. Не зря и целый ряд других субъектов, и это было и в 2011 году, приезжали в Республику Татарстан для того, чтобы изучать опыт, обмениваться опытом.